пока не начинали, пусть я сейчас все зайду и про спамку сделаю. Они там, может, сейчас побегут все. А, сейчас будет хрень слышно, наверное. Потому что у меня сейчас будет УТ со звуками. Ну это у тебя, да, сейчас. Слыхать. Во, все, отлично. Да мне похуй. Да. А что тут, собственно, говорит? А мы в эфире, да? Да, мы в эфире, нас еще никто не слышит. Ну, я еще не проспамил. А ты уже записываешь, да? Еще нет. А, ну правильно, а то просто... Мои фразы про хуи. Так, а, кстати, может, они пойдут в эфир, не знаю. Нет, я, может, не успею записаться. Да. Так, все, записываю. Так, что-то еще хотел. А что, собственно, говорить-то надо? Это что за матч такой, капитан? Лига. Один на один, я так понимаю. Да, один на один лига. Мапа Ироник, ням-ням-ням, ням-ням-ням. Да, именно так. Ням-ням-ням, FE или SE? UT2K4.se. Че? Как Лея. Так, игра, я просто сейчас играл, что-то в Pro Street, короче, установил. Да, в Pro Street поиграем вместо NFS второго. Можно, я только... Там такое это. Говно вообще, такая тупая вообще игра, но мне нравится. Но, блин, конечно, в NFS второй надо поиграть. А лучше в Most Wanted, знаешь? Вообще. Я вот давно она... уже ни в одну гонялку не играл. Вообще. Когда КАЗ начнется? Ой, блядь, не туда написал. Уже. Че, вот у меня тоже, я скачал этот шип второй саной. Просто управление, я вообще няшное. Няшное. Грязное. А ты поиграй. Или в этого, кретина второго. Вот я в кретина второго все никак не поиграю. Так, спамка пошла. Какая спамка? Ну что тут так все понятно, то что Наут выиграет. Ну что смотреть? Первая мапа будет 21-3 за Наута, вторая мапа будет, ну так, например, 18-1. Так. А что за дрых за хаип Таби? Ну, видимо, биохазард назад. А-а-а. Это типа под альтерка косит. Это реально, что это био... Да. Смотри, сам так. О чем говорить сам так? Я ж на нее не обзывался. О чем он сказал? Ну не знаю, сам так он написал мне. А, ну ты до этого что-то его криво ник прочитал. Видимо. Так, Миша. А что, уже... слышишь, что ли? Ну уже да, в эфире. Получается, про хуи тоже слышали? Ну, видимо, только он. Я тогда еще не успел проспамить. А, нормально он попоржал, наверное. Так, сейчас я демарик поставлю. Ну, я вообще не в настроении. Я унылая какашка. Я не знаю, что тут спекать надо, что говорить. А, сразу надо... А, не надо. Лига Тлери, Альтер, Наут, Ироник. Действительно, Ироник. Да всем срать, какая карта. Они увидят Наут, и все, побегут. Угу. А, ты это сделал. Демарек, да, админ Демарек. Да всем похуй. Так, что-то я забыл. У ТВ есть, КАЦ есть, мы в эфире, запись идет. О, Артлайт пишет, как вовремя. Вау, найс. Так, и что-то еще. Запись идет, все отлично, круто все. Да, где еще тут бинт на F1? Кстати, я вот это, джип-джип заменил на вот это, а то, что я персона пип-пип, вот это. Ясно. Вот. Давай, объяви там, кто играет, все дела. Да. Коммент, знай. Ура. А, коммент, ну смотрим за Наут, который взял шок и который сделал первый фраг, ставлю на него 100 рублей. Кто из этого хочет со мной поспорить, то, что Наут сделает первый фраг, тут пожалуйста. У вас осталось где-то секунды 4. 3, 2, 1, ну еще 4 секунды. А Альтер не побежит на сотку, он сейчас крысить будет. Ну еще бы. У него урод. Там было лоу хп, сейчас 100 на 50. У него рокет, это самое главное. О, видишь, все, пошло. Пошло дело из-за стен. О. Ну, немножечко его в уши перед игрой. Вот, все, вот, убегалка будет. Я пошутил насчет 23-3 или сколько я там сказал. Счет будет 2-0 в пользу Наут. Наут на полтиннике, шок и... Альтер, как всегда, берет рокет. Там уже 30 пулик. Наут 130 на 91. Как бы кэп в касте. Да. Альтерок только слайдой, шоки у него нету. А зачем ему шока? Вот, да. Пожалуйста, спеки мне бросали 100 рублей. Вот так я наварился. Я скоро стану миллионером. А зачем Альтеру шока? Вот ты мне скажи, ты хоть один матч мне покажи. Где он юзал шоку?
Он сейчас будет ЛГ брать, крысить, как шлюх. И Рокет. Минус 70 от наута, минус 140 от наута. Альтер даже полтинник не в состоянии взять. Печалька. Это очень печально, зрелище. Просто Аджору наут поражает. Уже 300. Уже 300. Две шоки от Альтера, ну вообще, тоже шикобот. Ой, как он меня взорвал. О, блин, опять. Опять хэт. И мне вот с ним скоро играть. Когда там какой-то... Это пятый тур, последний. Ну все, уже разнос, уже можно писать ГГ. Я бы на месте Альтера написал бы ГГ. Он берет биос, бежит куда-то там на полтинник. Шок у Наута, и все круто. ЛГ у Наута. Лака у Наута. Я... Еще один пишет. Нахрен? Это он пиздец. Это... Он сатана. Ой, блин, три хеда подряд, ну его нахрен. Не, не подряд, не подряд, блин. Ну не подряд. Да! Пиздец! Так, блин! Третий подряд. Четыре уже было в матче. Шесть фрагов и четыре из них хеда. Ну это все, у Тэдла 0-0-4 это изи. Да, спеки там, наверное, сменивают. Это очень легкая игра на самом деле. Че там спеки 53. Они ничего не пишут, они молчат. Сколько... Я бы тоже помолчал. А сколько у ТВ там? Че, гляну. F8. 8 Total Clients. Надо пойти в мирку. Из Рокета Альтер ничего не падает, он там пожаловался, все пованился, то что у него Рокет нулевый, вообще без мозга. Но вот через стенки стреляет. Печальненько, что он хэд не попадает. А, кстати, Альтеру привет от киллера опять. Ну я знаю, что сейчас скажет бы, сказал бы. Да, я тоже догадываюсь. Куда послал бы он киллера бы, как в прошлый раз. Но не будем о плохом. Смотри, он как Наут стреляет, он тут, ну, волхакер, нет? Я бы забанил. Вот да, мы же забаним, а? На время лиги. На время моих матчей, по крайней мере. Да, надо бы. 5 попадает. 38 ЛД. Ну это мало, мало. После тех 64-х это просто дрыщ какой-то нал. Да, Альтер. Альтер. Ну, я просто думал, у него пинг 60. В начале матча вот этого израсходовал запас хедов на 2 матча. Израсходовал запас хедов на 2 недели моих. Из 4. Рокет против ЛГ, собственно. Ну да. Сейчас еще полтос на этот контроль. Ну, Альтер сейчас побежит ныкаться. То, что он хотел сделать с первых минут. Но он уже тут 6-0 прокакивает. Что-то хочет взять сотку. Но это сейчас фраг будет за Наута. Ну, это изи. Это просто легко. Такой Джор 250 хп. Сейчас снова будет резко. Ну да. 7 хп и... И 8-0. Изи. Это очень изи дивизион, где играет Наут. Все фанаты. Это очень глупо ставить Наута в дивизион с людьми. Мне так кажется. Надо с главным по окошкам ставить. С главным по окошкам, Минус 70 от Наута. Сейчас я посмотрю, какие там мапы где играть с ним. Мне вроде там какую-то халяву, типа аэроволка. Пятый тур у тебя Алекс Интер. Да? Да, а последний тур 7. А когда мне с этим? 25 апреля на 1 мая. Вот 25 апреля, это же далеко. Ранкин Лейка, решающая раф. А, ну тихпор поставил, опять минус 70 от Наута. Альта, кстати, ничего не слышит. Попы постоянно пятятся. То ли люди... Хэд, да, кстати. Давненько не было, действительно. Пятый хэд. Делайте ставки на хэды, уважаемые стекари. 9 фрагов из них 5 хэды. Ну, действительно. Кстати, да. Ну, хорошо так, хорошо, говорю. Так что есть шансы ведь, да? Есть? Скажи, есть? Ну, не хочется обижать Альтера, скажем. Да обижай его, он себя потом посмотрит, каст расстроится больше. У Альтера нет шансов. Вот прошло от игры 30 секунд, я уже мог бы сказать, что у Альтера нет шансов. Вот, вот что он хочет. Просто зажат в угол, собственно, так, 10-0. Да, еще 9 минут этого мучения Альтеру. Главное, Наут просто ходит пешком и дрюкает Альтера. Да хэт? Что за нахрен? Да ладно, это уже никаких эмоций не вызывает. Ты что, хэт, пожалуйста. Да, это как на этом. А ты что-то удивляешься, хэт, ну поставил Наут 6-й хэт в дуэли. Действительно.
За 6 минут, что удивительного-то? Хэд минуту, все четко. Действительно. Каждый наут умеет делать хэды. Это его Сильвер научил. А, Лексус, ну не каждый, да, действительно, умеет ставить его. 12-0 от наута, почему-то не хэдом. Хорош, минус. Еее, альтра в минус. Вообще, вот то, что я хотел на Рафе сделать с альтра, у меня не получилось. Вот наут сейчас это сделает. Минус 50 где-то от наут. Ну тут вообще просто. Шока 9%. ЛГ 31. А, уже 15. Угу. Он всего с нее 5 раз стрелял. Одна ЛГ онли. 33. 33 шоки и 45 ЛГ. 5 попаданий. О, видал уже? Видишь как? Уже 100 хп где-то у наут. Уже есть шансы выйти хотя бы из минуса. Ну давай, давай, хотя бы минус. А сейчас хэд будет. Это очень элементарно. Сейчас будет хэд? Потому что уже время натикало. Да, минута уже прошла, надо очередной поставить. Представь, ну, в какой минус морали альтра, когда вот просто бежишь, 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 видишь ник наут, уже минус мораль. Да, получаешь хэд, минус мораль. На респе бежит этот с оголенной флакой и жопой. Еще минус мораль. И все, матч сделан. Альтра даже не в состоянии забраться на эту хуйнюшку. Фраг за наутом, я так полагаю. Ну. Ашеньки! Ашеньки, шо, ашеньки. А если попал бы альтра, ушел бы из минуса. А так снова сейчас будет сусу на 2 минуты. Снова берет ЛГ. Наут берет шоку. Наут должен взять вообще-то рокет. Да, да, тупо не помешало, это уже нету. Не взял. No. Потому что наут он дурачок. Альтер с лакой, фул флаг, получает наут. Ну да. Все стабильно. Стабильно это признак чего? Лбоебство. Линк 1% у наута. Вообще. Представляешь, какой не задрот Линка? Вот, вот тактика против Наута. Все хавать, весь вейпан, кроме Линка. Да. Да, можно победить Наута. Ну, альтерочка, что тут? Шока. 3 хп! Ёба, я в чат даже напишу то, что 3 хп, не? Слышь, не пали. Ну, ну чё он на лифте-то катается? Чё он сутку не взял? Ну, альтра, ну где мозг? Зато песенки кидал. Fuck you перед матчем. Ну и всё, в принципе, 200 на 100 опять. Пожалуйста, а 3 хп уже 200. А альтра, альтра я не хочу даже менять хп. Ну, там очень скучно. Там ну, сколько там? 5 хп думаю, сейчас, 25, да? 25, да. Ну и да. Пожалуйста. Кстати, не хэд, позор. Не, на хэд просто не считал ЛТ, на самом деле хэд. А, Элиминейтинг. Сколько я говорил счет будет? 23-3? Да, где-то так. Бери свои слова обратно. 3-то ты не помнишь пока. Но потом я снова вернул свои слова, сказал то, что будет 3-0. Но сейчас я возвращаюсь те слова. Кстати, вот сейчас хэда была. Ну, по-любому. Ну, это просто эпики не засчитывают. Эпика уже стесняются. Альтра уже прет после вялок. О, хорошо попал. Да ничего не хорошо. Еще 3 раза надо попасть так нау. Да, там сутка валялась. Можно было и сон позволил себе попасть. Ну да. Да, если там кто-то убил наута, значит просто наут позволил тебя убить, а не скилл. Да, наут просто тренировал это рельеф карты. Рельеф карты. Чё за бред, какой рельеф карты? Не знаю. Психанутый. Ну, Альтер, ну возьми рокет. А что у карты, рельеф или что? Структура, хребет, позвоночник. Ландшафт. А, ландшафт. Вообще. А счет-то 17 минус 1, между прочим. И еще 5 минут играть. Я даже напишу хай. Стыки там молчат всегда, да? А, да, Альтеру совершенно похер на игру. Сказал уважаемый Андре. А, Лексу сказал нормаль дуэль, кстати, как со мной. Действительно. Артлайт горит, да, вот тот еще задрот Линка. Ну как-то так. Ну, то есть Лекса все устраивает, то есть, ну. Это супер хорошо. Хоть кэп парад. Ну, кстати, у Джута сегодня день рождения. И что, я его уже поздравил, а он перевел тему про танчики. Танчики? Я говорю, круто. И
Да, поздравляем его еще раз, собственно, чтобы он услышал. Да, поздравляем Спайка еще раз с днем рождения. Желаем ему танчиков крупных. Танчиков. Да. И всего наилучшего. 19 минус 1. И пожелаем ему, чтобы он никогда, никогда не играл один на один в дивизионе вместе с Наутом. Аминь. Но, кстати, вообще ничего не попадает. Просто такой нубяр. Каких-то всего-то 6 хэтов поставил за первые 5 минут игры, и все, больше ничего не может. Он, кстати, играет специально, чтобы держать минус Альтера. Это изи. Ты так не считаешь, профессор? Я так считаю. Надо сейчас сделать статистические выкладки основы. Проценты его попаданий из ЛГ с 5 по 6 минуту. Потом это ввести все в Excel. Сравнить динамику игры с матчем Альтера против Сильвера и сопоставить все это на ESL. Что-то я сказал слишком много умных слов, сам запутался. Надо не суть. Тут там что-то написал в чат. Какое ДР? Пойдем в танчик ебашить, сказал Артлайт. А Спайк уже похвастался, то что в ночь на день рождения он сыграл дуэльку какую-то. Да не, вроде соснул. Да, да не су. Счет-то посмотри какой. Да в минус. Ты в минус, представь, первый дивизион играет в минус. А вот она, ну наконец-то, ну действительно. Ну это уже не особо удивляет. Седьмой хэт. А может Наута нахуй из лиги? Там. Может кто-нибудь поддержит меня? Нулевой дивизион для него, вместе с главным покошком. И с гудлайком. Да. Мы ж там мерили, я помню, как все это дело в Наутах. На Утилосах? Да. Вот Альтер, сколько на Наутах? 0.6, 0.7. Смотри, хэду поставил. Альтер поставил хэду, вообще обосрался. О. Надо тоже что-нибудь умное сказать. Опа. Внезапно, да? Да, не ожидал никто. 22 минус 1. Будет ли... Что там дальше идет? Good like? О, good like. Будет ли good like? Вспомнишь говно, вот и good like. Сколько надо еще? 3? Да, 2. Та-та-та-та-та-та-та. Ну, выйди с лунку, не вышел. Вот видишь, как вот... Хорошая, кстати, дуэль. Не надо пуф переключать. Это да. А то что-то все мучаются спики. Выбери того, выбери того. Надо ему финальный фраг тоже хедом. Вот давай, давайте услышим. Да, все, у меня штаны потекли от этого слова. А что дальше, Викитик, да? Да, но я думаю, уже не успеет. Хотя это ж Наут. Да не, он робот. Ему вообще он даже не понимает то, что осталось 35 секунд. Бегает как бегал. Ну он просто тупо лезет. Уже все, похер. А, блин, там же даже Лексус более достойно играл с Наутом. Нет, повезло в последнем раунде, в последнем туре с ним играть, не так минус морали. А так всех остальных это все, минус морали, окончательно. Еще два фрага надо. Ну, 9 хп у нас, ну! 6 хп. 6, ну все, это минус, да? Ну, чё. Рокет давай рандомный, ну. Блин. Да все, вообще, ГГшечка, 28 минус 1, это же ссылка. А сколько я говорил, 20... Сколько-то, 20 сколько-то? Так, кто-то написал, Никси написал то, что Наут маньячила. Лекс написал ТТ. Также написал, пусть буржуями мочит. А Артлайту кто-то подсветку в армию принес. Что? Не знаю. Лекс написал то, что я лучше кого-то там. А меня ребутится у ТВ. Отлично, 43 секунды.